Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей. Все ссылочки есть в описании под видео. Сегодня будет очень интересная серия. Да, это не будет связано там с глобальным обновлением. Я не буду показывать там модпак, либо работы. Сегодня я покажу просто самую лучшую машину для дрифта. Расскажу, сколько она стоит вообще, стоит ли ее покупать. Ну и покажу вам просто профессиональный дрифт. Ну, хотя бы постараюсь это сделать, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. И что же это, пацаны, за машина? А это у нас получается Слива. Слива, пацаны. Nissan Слива просто. Ну, Сильвия, кто не понимает. Вот такая вот замечательная машина, которая стоит не очень-то и дорого, но дрифтит она просто охрененно. Я вам это обязательно покажу сегодня в видео. Давайте ее просто внешне даже посмотрим. Допустим, вот так вот. Ну, вот Слива просто как бы токовая. Номера, кстати, я переставил на нее. Номера 3О383. Диски мне очень не нравятся. Данный транспорт можно купить спокойно за лям 500 за 2 миллиона. В таком диапазоне их, в принципе, пройдут на авторынке. Поэтому, у кого есть деньги, просто берите смело, потому что она дрифтит очень круто, поэтому всем советую ее купить. Я ее купил где-то 2 дня назад, по-моему, если я не ошибаюсь, и вообще не пожалел, потому что тачка очень хорошо едет и очень хорошо дрифтит. По прямой она тоже может показать хорошие результаты, поэтому сегодня я вам это все продемонстрирую. Давайте сначала просто на ней проедемся, я не буду там особо как-то дрифтить, стараться. Просто я один раз спекал за игроками, и, типа, все сливы ловили на авторынке. Она по ГОСУ стоит 700 тысяч. И типа все говорили, то, что она очень классно дрифтит. И я что-то тоже такой думаю, почему бы не купить. В итоге я Audi поменял на Сливу и переставил номера. Да, я, конечно, ушел в минус, но я, в принципе, доволен, потому что это очень крутая машина. Вот, серьезно, пацаны, кто любит дрифт, просто берите. Это лучше этой машины просто ничего вы не найдете. Я вам серьезно говорю, лучше этой машины для дрифта ничего не бывает. Я пробовал там на Ламбе дрифтить, на других тачках, ни хрена. Вот эта машина такие просто поворотные роты заходит, так просто выгинается, она такие эмоции просто дарит, просто дубасишь на ней на все бабки, реально, просто дубасишь. Скушаю лимончик, чтобы был у меня повод сделать музончик, Я прикупил себе гидропалку. Фонг, подфонг. Пиздец. Я долбоёб, я знаю. Звучит хайпово. Блять, сука! Гидропал. Фонг, подфонг. Блять, гениально! Саня, ёбать! Фонг, подфонг. Несите горілку з першиком, я нажруся сьогодні. Фонг, подфонг. Лёха, тормози, блядь, 200 км в час, ты вообще больной или какой? Фонг, подфонг. Вот я их снимал, пацаны. Фонг, подфонг. Приснилось. Блядь, я это пересмотрю с вашего позволения. Подождите, блядь. Фонг, подфонг. Песни пропал. Фонг, подфонг. А, все, пизда, мотор. Фонг, подфонг. Песни пропал. Фонг, подфонг. Песни пропал. Ну что ж, пацаны и девчата, вы только что видели мой дрифт. Конечно, он не самый лучший, который я мог сделать, но я думаю, вам понравилось. Я на это надеюсь хотя бы, что вам понравилось, потому что я старался. И надеюсь, то, что вам хотя бы немножко мой дрифт понравился. Что я могу, пацаны, еще сказать? Давайте я вам немножко пожалуюсь. Пожалуюсь я вам на YouTube, потому что я выложил видос сегодня. Хотя это видео записываю 28 числа, а вы его смотрите 29. Я выложил видос, получается, про слет. Какие дома бизнеса ловить. И в итоге не сработало оповещение, и там за 10 минут, по-моему, 15 просмотров и 3 лайка. Я же, блядь, думаю, не, ебалось все на в рот, удалил видос, и сейчас буду еще раз его заливать. Но почему, сука, оно так работает? Я ж не буду постоянно так делать, пацаны. Ну, серьезно,
стараешься, снимаешь, монтируешь, выкладываешь, и, сука, оповещение работает, и видос набирает, блядь, 100 просмотров за 5 часов. Вот это я понимаю просто охуенно. Что еще хотел сказать? Заебали просто эти краши. В Арзамасе крашит пиздец. Я даже боюсь туда ехать, поэтому лучше мы развернемся. Реально просто, я записываю видео, все, краш, пизда, просто, пол видоса не записалось. Реально это очень сильно бесит, и надеюсь то, что в ближайшее время это все пофиксит. Что я могу сказать насчет машины? Машина просто огонь, надо будет еще подучиться, и будем вообще охуенно дрифтить. Я даже хочу какой-то там челлендж сделать, допустим, на стриме дрифтить час без остановки. Я думаю, это было бы очень круто. Главное просто к машине сейчас привыкнуть, накататься, и потом уже можно будет запустить стрим и там запустить челлендж дрифтить без остановки 1 час. Это будет очень сложно, но думаю очень интересно, поэтому пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, покупайте себе обязательно сливу, потому что, ну это пацаны охуенная машина для дрифта, я думаю многие любят дрифт, погонять, поэтому эта тачка именно для вас. Пока она стоит небольших денег, лучше покупайте, потому что мне кажется через месяц она будет стоить там около 5 миллионов и дороже, потому что их сейчас очень много, как говна просто. И их продают очень дешево. А потом, конечно же, никто не захочет ее продавать, либо будут продавать дорого. Поэтому, пока есть бабки у вас, пока они недорогие, покупайте и наслаждайтесь.